ХМС. И сейчас мы вам покажем небольшой трюк, который поможет выполнить правильно без технических ошибок сальто вперед и начать учить сальто вперед правильно. В интернете вы можете найти такие лайфхаки для выполнения сальто вперед, как выполнение его через небольшое препятствие. Как правило, предлагают выполнять через макро, либо предлагают выполнять через какую-то веревочку, но это достаточно опасно, так как можно либо зацепиться, либо удариться. Лично я предлагаю просто пойти в строительный магазин и купить вот такую обычную трубку ПВХ. Она мягкая, об нее не страшно удариться, ее не страшно зацепить и начать выполнять сальто вперед сразу правильно с использованием данного элементарного тренажера. Это были лайфхаки для гимнастики и акробатики от школы.